Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков специально. Вот думаю, ну вот кто-то перед сном, может быть, захочет посмотреть видео. Надеюсь, позитивное. Вот специально для тебя выпускаю. Так что, если смотришь, то поддержи все это дело лайком. А мы погнали, у нас сегодня роллинг. И что самое интересное, роллинг у нас под коллекционера героев. А завтра будет обновление на Тайване. Горячо, горячо, горячишечка. Что думаете, что в обнове добавят? Но не суть, коллекционер героев. У меня нет надежды, что там нормальные награды. Я честно вам скажу, я их даже не видел еще сегодня. Я как бы не смотрел, вообще случайно все узнал. Заходим, события. Коллекционер героев. О боже, это же целая 1000 кулачков. О боже, оу, ледяной дьявол. Оу, 10 сумок питомца. Вы посмотрите, эмблема милость борца. Всегда мечтал. И милость пророка. Боже, какие невероятные награды. Ладно, шутки в сторону. Меня зовут Саша, да, если вдруг кто не знал. Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Senex. 506 тысяч силы, 67 тысяч самоцветов. И нам надо выбить недостающих героев. В свою очередь, игрок находится в гильдии под названием Винрар. Да, 26 человек гильдии, битва гильдии, форты. Короче, если что там, берете, вступаете. Что у нас по ништякам перед тем, как идти? Ух ты, ёлка. Да, да, детка, в конце откроем ништяки. А теперь посмотрим вообще, что у нас тут по героям. Смотри, вождя минотаров нет, но это понятно все, да? Я надеюсь, ты понимаешь, почему нет. Дама холода, окей. Барт за бабулес, разрушитель бабулес. Так, дама холода, культист 2. Дальше, дуэлянт тоже за бабулес. Королева ос 3. Угу. Фобос 4. Фобос, оккультист, дама холода. И кто там еще? Фобос, оккультист, дама холода. Подожди. Да, так, дама холода. Оккультист. Королева ос. И Фобос. Короче, я ничего не запомнил, так что вы запоминайте. Игрок Санекс, 67 тысяч самов, 500 тысяч силы. Да, доната тут мало. Ну что, попытаемся выбить. У нас роллинг, елки-палки. Вот у нас роллинг. Драка, слушай, давай, раз такая тема, я сразу же на заставочку себе попробую что-то сделать, да, вот так вот сделаю. Так. Ну, какое-то надо неадекватное лицо делать для заставок, ну, как будто ты пытаешься покакать, а у тебя ничего не получается, давайте. Ладно, все, хватит, хватит этой непонятной садомии, а то я боюсь, сейчас видос повыключается. Так, смерть, пока ничего не падает. Пока ничего не падает, но мы ролим, 60 тысяч самоцветов, должно все выпасть. По-другому не может быть. А, еще давай, знаешь, что еще невероятнейшую просто скидку на роллинг героев сделаем. Вербовщик героев, давай, используем скидку. Да, у нас теперь... Есть скидка, я не знаю, сколько там попыток, но там, конечно, полнейшая ерунда. Кристаллический панда-разрушитель, ледяной дьявол, одержимый, купидон, малышник. Давай дальше. Что у нас там еще? Королева змей, фараон. Да где герой? А что падает? Какое-то старое магазинное говно. Асура, оборотень, кристаллический эктоплазм. Наемный убийца, панда-разрушитель, душегуб, шаман, ну что ты, давай, укротитель-укротитель, командора, а что, как бы, где недостающие, где там Фобос, оккультисты, купидон, что там еще, призрачный всадник, подожди, оккультист, Фобос, королева ос. Ну, конечно, нужен оккультист и Фобос. Королева ос и четвертый кто-то был. Вот я забыл, бульдозер. Но не падает, не падает. Это несчастная скидка уже давно закончила. А, дама холода.
Дама Холода, последняя героиня, добавленная в игру. 36 тысяч самоцветов, давай. Дама Холода. Паладин. Опа! Вот она, Дама Холода, ёлки-палки. Забираем невероятнейший куш с коллекционера. Вот, спасибочки рандому. Вот, в коллекцию героя прибавилось, но мы не останавливаемся. Хочется Фобоса и оккультиста. Смерть. Анубис даже выпал, это редкость. Это редкость, друзья. Укротитель. Дальше. Капитан Рогатка. Принесла нелегкая. Давай оккультиста. Оккультист. Оккультист. Призрачный всадник. Купидон. Оборотень. Тритон. Бог грома. Шаман. Палач. Оборотень. Ронин. Давай, ну что там уже? Князь тыква. Командора одержимый, но все не то. Еще 16 тысяч самоцветов осталось, друзья. Еще 16 тысяч самоцветов. Ну, давай. И как бы должны еще выбить недостающих-то героев. Твой ж... Ледяной феникс. Это тоже невероятно круто. Но, к сожалению или к счастью, этот герой у нас есть на аккаунте. Атлантикор. Да что ты? Давай, давай. Недостающих героев. Ну-ка. Ведьма Бог Грома, да ты серьезно? Оборотень, Махатма. О, у меня тут дочка приходит. Сейчас, походу, на видео. Или нет? Гаргул. Что такое? Ты решила мне помочь? Да. Что, у тебя моська грязная? За шоколадкой запачкалась. Ладно, давай уже тогда вместе ролик заканчивать. Вот что, маленькая княгиня. Она как бы колонна у меня. Да. Как бы ее не сломать. Главное ее не сломать, да. Ее есть стекло. Главное стекло не разбить. Хорошо. Оу, хладный призрак. Ребята, последняя тычка. Я вот даже как бы отвлекся и не заметил, как самоцветы закончились. Но по факту, да, мы... Ну, коллекционера мы всего забираем. Но проблема в том, что мы не выбили ни оккультиста, ни... кого мы еще не выбили? Ни оккультиста, ни Фобоса. Ну, королева... Королева ос, это такое. Тут-тут-тут-тут. Что ты себя по животику бьешь? Я не бью. Так, тут награды еще забрали. Итого, смотрим, какие мы награды забираем, собрав весь коллекционер. Ну, ерунда на самом деле. Давайте перейдем тогда уже в ништяки. Вообще интересно кому-то еще эти открытия ништяков. Неинтересно, друзья. Что-то тебе как-то криво корона одета. Хоть поправила бы. Ну, я правильно корону одела. Правильно корону одела? Да. Точно? Да, одела правильно. Молодец. Молодец. Так. Так, идем дальше. Не останавливаемся. Так, тут что? Отлично. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну ты рассказывай, как дела, Элина. Видишь, папе лень разговаривать. Хорошо. Разговаривать-то надо. Хорошо, да. У тебя дела? Да. Папа у тебя добрый, хороший? Да. О, ну, отлично. Ругается? Папка-то твой. А, что ты не отвечаешь на этот вопрос? Так. Что тебе с папой больше всего нравится делать? Я не знаю. Не знаешь? В магазин, наверное, ходить, да? Да.
Чтобы папа короны покупал с киндерами. Да, с серёжками. С серёжками. Да, у меня есть что-то с серёжками. Вот такие. Тут есть стекло. Да? Да, здесь есть стекло. Его стекло. И на короне тоже стекло. Может, это бриллианты? Да. Точно? Да, главное не разбить. Главное не разбить, да. Да. Слушай, ну давай будем... Стеклянные. Хорошо. Давай будем уже видео тогда останавливать. Пойдем ложиться спать, Элина. Так что скажи всем пока. Пока. Вот, пока, ребята, слышали? Надеюсь, лайк поставили. К сожалению, всех героев, каких хотели, мы не выбили. Пожелаю всем огромнейшей удачи. И не знаю, что еще. Еще что-нибудь себе пожелайте, друзья.